Если вы меня спрашиваете, я согласен с вашим решением. Я не согласен. Почему? Здесь тут есть. Тут не спросил вашу согласенность. Тут зато вам понятно или нет? Вот я хочу сказать, мне понятно или нет. Значит, с вами все понятно. Значит, не сами чем кого-то, если вы не что? Вдруг вы заболеете, да? Значит, сейчас, подождите. Значит, дай уважение, за отражение с предусмотренной ответственностью. Сейчас, можно ли дать это? Здесь во все ваши... Понятно или не понятно? Уважаемый суд, мне совершенно все понятно, что вами слово в слово, запятая в запятая, приговор высосан из обвинительного акта, который предоставлен прокурором, и которое было сфальсифицировано дело, полностью сфальсифицировано дело со стороны. Это ваше субъективное. Да, да, я сейчас поясню, почему. Значит, 10 сентября антикоррупционной службы обманом я был вывезен в здание антикоррупционной службы обманом именно за час до преступления, якобы преступления со стороны Басарова. Я был вывезен и находился целый час, и мне не было разрешено никаких прав, никаких значит, обязанностей, что, в чем меня обвиняли. За час до преступления, прошу обратить внимание. Значит, затем только через... на следующий день только мне было кое-как предъявлено обвинение, кое-как, потому что два следователя отказались вести это дело при мне, сказали, что не понимают, в чем меня обвиняют. И только следователь Турбасу, который из Чемпента приехал, он взялся за это дело и начал стряпать. Фактически он начал стряпать это дело с самого начала, предъявляя мне якобы, что я, значит, получил взятку. Вы все, наверное, знаете из СМИ, как это дело происходило, как оно было, как обманом со стороны следователя было санкционирован мой арест, санкционирован. Потому что, значит, первоначально он указывал, что я давал задание с 10 сентября из здания антикоррупционной службы. Так, вот время давали, передаете институт журналистам, поэтому это ваше право от лимита построено. Поэтому нет заседания, объявляется полиция на здании. Значит, что, якобы я 10 сентября, якобы я 10 сентября даю указание. Даю указание Басарову, а то есть Лемисову передать деньги в создание антикоррупционной службы.